Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем бродить игру по названию Dark Souls 2. Короче, давайте мы, наверное, с вами заюзаем человечность. Использовать. Я думаю, в дальнейшем он вам поможет. Палаш починился. Сейчас зовем этого парня к себе в гости. Давай, давай. Он у нас отлетает. И сильный, давай. Ладненько. Так, а получается, а куда нам все равно идти? Нам идти с вами куда, да? Ай-яй-яй, не взорвали. Это чтобы мне вот эти типы не мешали. Так, давай, парнишка, мне. Вот скажи, откуда ты там спрыгнул, а, приятель? Он такой, ууу, я побежал к дереву, пока. Бац, хорошо. А, нет, здесь нихера. Ну ладно, пойдемте, попробуем. Так, там есть проход, хорошо. Огненная стрела. Это я открыл срез. Довольно неплохо. Так, там сундук я вижу. Я вижу там сундук. Угу. Как же мне туда попасть. Куда это я упал? Шлем полого. Нужно будет все-таки вещи некоторые позакидывать, чтобы они мне тут не мешались. Давайте, наверное, сделаю призыв. И одного, и второго. Добродушный Пейт. Наемник Луэт. Все, поехали. Наемник Луэт довольно прикольно выглядит, я вам скажу. Я не знаю, зачем вот это типа стягивание?
ну Эксус у нас есть с вами. Гигант, гигант, гигант. Нужно, наверное, переключиться на эту. Ай-яй-яй. Тихо. Отхилиться. Я мог на прибить. Ух. Бац. 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 Тихо. Бац. Бац. Ух. ГГ. Зачем я бегу это все, если я мог через лес пойти? Тоже загадка века. Тоже загадка века. Чё, пацаны, попытка номер два? Надеюсь, на этот раз мы сразу не сдохнем с вами. Да-да-да. Давай там без вот этой херни. Я не знаю, что мне бить. Я просто побегу в ноги. Мне все равно. Я не понимаю, почему... Меня хватает только на... Ой. Только на несколько ударов. Так, когда, хотя я тогда бил, не хватало довольно больше атак. А, приятель, скажи мне, пожалуйста, зачем вы его в угол загнали? Как мне его теперь подходить и атаковать? Сами тогда его пинайте там. Ну нахер. Меня тогда рука уже задела. Все, все, вот чего хватает? Чего вы тогда не могли, а? Пацаны. Душа последнего гиганта, солдатский ключ. Все. О, боже мой. Больше ничего не нужно было. Ну нет, 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 ты что? Нет, 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 нет. Заперто. Ну, там никого нету, значит, мне никто не откроет. Логично, логично.
Вот здесь, в принципе, можно спрыгнуть. А не, нихера нельзя. Тогда на горячую змею. Вам плевать. Что у нас там за проход? Ладно, плевать. Отправиться. Манжула отправится. Короче, давайте сделаем сейчас вот что. Во-первых, я докуплю предметы. Во-вторых, я... Хотя... Ладно. Поехали сначала сюда. Ох ты ж, ё-моё. Рад, что вы пришли купить предметы. Ах, мы вот это, да, сет покупали? Хорошо. Купить. Thanks very much. Приходите еще. Дальше бежим к ней. Делаем прокачку, насколько можно. Давайте, наверное, все отдадим. Так, это сколько? Раз. 4 уровня. Силу, да? Или в ловкость? Не, давайте в ловкость. 15 ловкости. Пускай будет. Больше ловкость мы не вкачиваем. Отправиться. Так, сюда. Ключ. Ключ у нас от с вами тех ворот, которые... Короче, как мы к боссу заходили. Опа. Здрасте. Походу, она к нам домой полетела. Походу, там так оно и есть. Ладно. Хотя, давайте, наверное, я сюда сначала схожу. Мне кажется, без щита я был бы быстрее немного. Так, пробуем. Да, солдатский ключ использовался хорошо. Так, здесь у нас нихера. Так, кольцо восстановления, факел. Пум-пум-пум. Показать информацию. Кольцо восстановления. Это защитное кольцо передается из поколения в поколение в доме Астерии. Постепенно восстанавливает здоровье в священных землях Линдельто. Это кольцо олицетворяет процветание и долгую жизнь дома Астерии. Но это кольцо очень хрупкое и легко ломается. Словно ему не нравится, когда его принимают как должное. На самом деле, ребят, если так подумать, да... Если так подумать. В принципе, можно. Ну, я немного знаю об этом колечке, поэтому он не такой уж хороший предмет для нас. Окей. Так, я ж в виде человека, да? Чтоб пойти сдохнуть. Или нахер надо? Ладно, давайте... Попробуем сразиться. Ну, защищать ворота. Огромная пика. Огромная пика, янтарная трава. Так, так, так. Опа. Душа последнего гиганта. Душа последнего гиганта, а выжженного гиганта из леса гиганта. Повелитель гигантов уничтожил и разорял целый королевство, но в конце концов
палату руки неизвестного воина. Его изрубленное тело отнесли под крепость и запечатали в гробнице. Использовав душу последнего гиганта, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Ту-ту-ту. Два меча. О, огромная пика. Показать информацию. Пика из редких... Так, гистоли. Это оружие создавалось для лучших рыцарей. А Драгнила, поэтому он так уязвимо выглядит. Гисталь используется для создания самого лучшего снаряжения. Но этот материал был таким редким, что сделать из него оружие в бою практически не использовали. Так, а сколько ты весишь? Какой ты по характеристике? А где он? А вот он. Так, ну смотрите, он хороший. А, мне нужно 18 ловкости и 22 силы. Ага. А я его даже так не могу использовать. Тогда остановись там, бэби. Давайте попробуем этого челика убить. Если нет, будем с криками бежать обратно. Давай пытаться парировать. Я же защитился, вот. Я ведь не вейблок поставил. В чем дело? Я ведь поставил блок. В чем дело? Замечу, что он спину прикрывает. Ой, вот это вот не надо нам. Я не понимаю бэкстепы, когда они делаются, когда нет. А, тут мне нужно удерживать, да, сверху. Нога. Моя нога. Ты что, мой гигант? Так. Предъявите символ короля. Ясненько. Нам сюда не надо. Тогда у нас выходит с вами одно последнее место. Это там, где было закрыто, да? Давайте тогда поднимемся, отдохнем. Не знаю, навряд ли я сдохну, поэтому... Мне просто жалко человечность терять. Я, в принципе, могу купить за 1500, но для нас это еще большие деньги, поэтому увы. Для нас это... Увы, это большие деньги. Да-да-да. Классно. Но по сути мы с вами сейчас скоро уже закончим данную локацию. Изучать всю. Ладно, давайте тогда не буду просто их трогать. И пойду прямо. Они сильные, блин. Так, это мне на лифте, да, нужно поехать или нет? Подожди. Что-то я не помню стоять. А, у меня еще здесь есть спуск, точно. Точно, точно.
Точно, точно, точно. Точно, 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 точно. Кроме этого, у меня еще тут есть проходик. Ух, какой бронированный парень. Давай ко мне, сюда, сюда. А чем мы отпрыгиваем? Не-не, ты хочешь ко мне пойти? Вот да, все-таки значит у меня хватает сильных ударов, это только двойного, да, хвата? Раз, два. Да, нужно, короче, выносливость вкачивать дальше будет. У-у-у. Уху-ху. Раз. Два. Три. Главное, что мне хватает скорости. Чтобы его прикончить. Цвет жизни. Так, ты тут один, хорошо. Ты тут один, поэтому хорошо. Душа безумного солдата, самоцвет жизни. Не нравятся мне эти проходы. Зря, да? Ай-яй. Ай-яй-яй. Вот это о чем я и говорил, преследователь. Мы что-то в первом. А. Я думал. Попробуем еще раз. Давай, поехали. Ё-моё. Бац, бац. Yeah.
Бац, бац. Ай-яй-яй, рано. Тихо. Да. Ах ты ж, ё-моё. Я щит забыл поставить. Он сложный. Он сложный. Я его не убью. Ладненько. Что тогда еще можно придумать? Это мы куда с вами бежали? Это, если не ошибаюсь, вниз. Сюда, да. Давай, давай, ко мне. Бац, бац. О, самоцвет жизни. Самоцвет жизни. А что же я тогда открыл? Подождите, а где я видел еще проход? Ну это к мужикам тем. А еще и здесь проход есть, да? Вниз. И здесь проход. А, ну здесь большой кожаный щит, самоцвет жизни. Ага. Здесь ничего. Хорошо. Значит, давайте еще раз туда сходим, попытаемся. Попытаемся сходим. Так, этот уже умер, да? Давай ко мне сюда тогда. Раз, два, три. Фигня, видите, в чем? То, что я не смог его должным образом убить. То, что я его не смог добрым образом убить. Я знаю один баг. Я не знаю, насколько он получится. Получится. Вот и все. Шансы просраны.
Ладно. Будем давайте по-другому осторожно играть. Мы его грохнем, ребят, мне плевать, мы его грохнем. Я то, что главное катапульту не успел. А куда? Подожди, на какой его камень нужно поставить? Видите, херово то, что я его не нацелил нормально. Мы сейчас его грохнем, я вам говорю. 3000 хп, хотя... Ладно, давайте на следующую серию оставим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.